Друзья, ну как я вам и обещал, если выдастся возможность, то я обязательно прогуляюсь еще раз с вами по Новосибирску, по тем местам, где мы с вами еще не были. Как я узнал, загрузка у меня будет только завтра утром, поэтому почему бы не воспользоваться моментом. К тому же сидеть в душной кабине очень тяжело, но и днем выйти было на пекло такое, 30 градусов с лишним, тоже мало было приятного. Поэтому я дождался вечера. На часах у нас 7 часов 25 минут, это по местному уже. И действительно, жара спала. И это самое лучшее время, я считаю, для прогулки по этому третьему по численности населения в России городу, основанному в 1893 году. Численность населения составляет 1 600 000 с копейками человек. И все это на площади 502 квадратных километра. Или 508. Ну, не суть в этом. Ребятки, солнце еще высоко. И я предлагаю вам прогуляться, сделать небольшую экскурсию со мной по Новосибирску. Ну что, прогуляемся? Прогуляемся. А что сидеть? Мне для разминки хорошо, а вам для получения новых впечатлений. Пойдемте. Блин, хоть и вечер, а солнышко жарит. Будь здоров. Пойдемте, сейчас мы дойдем до остановки. И как нам сказали, надо доехать до площади Калинина. А там уже посмотрим, в какую сторону мы с вами рванем. Друзья, ну что, вышел я на улицу и встречаю сразу торговый центр Стрижи. Но я не к торговому центру иду, мне просто сказали, что надо перейти на ту сторону. Вот 25-я маршруточка. Мне надо по пешеходному, просто я переходу решил перейти, все поправим. Правда, зебру я тут не вижу, она вон уже затерлась. Последняя полоска осталась жизни. Свежая рыба, морепродукты. Кубовая. 103/2. Так, и мы пойдемте с вами. Ой, как скрипит флажок. Пойдемте мы с вами на остановочку. Кубовая 86 до вечера. Почему-то она улица Промышленная 4А. Хотя адрес улица Кубовая. Ну ладно, тут таблички. Табличка новая приклеена. Походу ее только недавно тут. Так, а впереди у нас Расколбас. Вот так вот, Дом культуры. Вау, вечером можно здесь прийти и сделать маленький расколбас. Потрясти мышцами, булками. Если, конечно, силы останутся. Ну ладно, мы не за этим сейчас идем. А мы идем получать впечатление от увиденного в городе. Какие здесь перед старым добрый совок. Ух ты, а что, черемуха уже? Вот это да! Вообще, конечно, Новосиб поражает своей зимой, говорит, холодом, а летом жарой. Но такое ощущение, что у нас сегодня в этом году везде Новосибирск. Везде жара поражает. Ладно, ребятки, выходим на остановку, ловим автобус и поехали. А вот и наш 15-й автобус, который должен нас довести до площади Калинина. Ой, масочки, масочки как положено. А сколько проезд? 25, да? Сейчас, минуточку. Опа. Что-то я
Сейчас еще 5 рублей дам, что у меня тут. Все, да? До Калинина доеду, до площади, да? Все, спасибо. Ну все, сели. Сейчас поедем. Поехали, ребят.
И целый ансамбль зданий, смотрите, как под современную планировочку. Высота, лепота.